А что ты принесла? Что это у тебя за мешочек с собой? Что это да, такое? Я принесла, я уже 7-й год веду мастер-класс, как развить себе чувство юмора. Я уверена, что его можно развить. Да? И, да, но на самом деле вот Антон говорил, что говорит, нужно постоянно тренироваться, да, чтобы была реакция, импровизация. Конечно, точно да. Так же и я даю мастер-класс. И вот предлагаю вам тоже поучаствовать, да, в таком... Развить чувство юмора. Да. А у тебя спектакль, да? Да, договорились. Ну давай, беги. Беги. Ефим, не бойтесь моего упражнения. Он испугался.